успех – это ее успех. Твой провал – это твои понты. В общем, очень что-то духовное, высокое, в сердце проникающее и, ну, светлое, очень светлое. Никого нет, кроме Бога одного, в глубине сознания моего я нет. Никого нет, кроме Бога одного, в глубине сознания моего я нет. Несмотря на холод, это потрясающая группа, на которую мы очень давно хотели попасть и приехали прямо из Перми. Специально приехали из Рязани. Я 2 месяца назад подарила подружке билет на этот концерт. На день рождения в подарок. Да, и мы вот сейчас приехали наконец на этот концерт. Очень теплый концерт, и очень оказалась теплая публика вокруг. И вот это вот ощущение, очень добрый концерт. Ощущение наполненности любовью, оно действительно было. И даже если где-то бывает грустно на сердце, да, то после его слов становится гораздо легче. Спасибо большое. Ты знаешь, сложно что-то говорить перед тем, когда будет говорить музыка. Я просто счастлив, что сюда прилетели люди со всего мира, реально. Я счастлив, что у нас есть возможность поделиться с ними той любовью, которая есть в нас. Счастлив тому, что то чудо, которое есть в них, они привезли сюда с собой. И мы будем чувствовать это взаимопроникновение чудес в этой музыке, которую мы несем, и которую они понесут дальше с собой. В этих словах, которые живут в каждом из нас, потому что это простые слова, абсолютно понятные, и они идут от сердца, от души. И я просто счастлив, что я сегодня со своей любимой шел по улице. И мы говорили друг другу, где мы счастливые люди, что мы можем делать то, во что мы верим. И что огромное количество людей понимает это. И через наши действия тоже начинает делать то, во что они верят. Мне кажется, это цель. Самая большая цель творчества – пробудить творчество Творца в других людей. Мы сегодня попытаемся это сделать. С Божьей помощью получится. Мы проходим бой с тенью, но я верю. Недавно начали вместе слушать все эти песни. И, ну, в общем, у нас такой очень крутой период в жизни. И, в общем, эти песни, они вместе с нами. Мы растем, и эти песни нам помогают жить сейчас. Вот. А вообще, все, что он поет, очень сильно мне, нам откликается, вот, потому что нам не все равно. Очень. Ну как же мне хорошо, что я тебя нашел, и смотрю на мир, на этот дикий как нашел. Нам повезло с тобой, и это поймет любой. Главное, что в жизни это и есть любовь. Спасибо! Я вот его всегда слушала, Ярослава, но когда услышала последний альбом, знаете, это как будто вот залезли тебе глубоко в душу, и все, что там есть, переложили на текст. Поэтому мы здесь. Очень хорошо.
со мной прямо напрямую. То есть нет какого-то барьера, что он сидит со мной в комнате и просто мне напрямую рассказывает какие-то истории. Очень родное. Он дает возможность или какую-то смелость проявлять то, что у нас внутри. То есть как пример, что вот я могу, и вы тоже сможете, и это не страшно. Нравится музыка, нравятся тексты, нравятся смыслы, которые вкладывает автор. Слушал его еще начиная с Токио и отзывается, откликается вообще очень здорово. Я вспоминала все, что происходило, как вот наша любовь с мужем зарождалась под эти песни. Это вообще такая память. Это столько воспоминаний, это столько любви. Просто спасибо Ярославу за это все. Мы из Красноярска приехали специально на этот концерт. Спасибо, спасибо, Ярослав. Ярослав, вы наш священник, наша религия, любовь. И сегодня на этом концерте мой любимый подарил мне кольцо, сделал мне предложение. Я сказала да. Мы вас очень любим. Мы будем вместе всегда. Скажи только да. Да, спасибо. Спасибо огромное. Мы вас очень любим. Желаем вам добра и света. И всего Несите света. В этот мир любовь. Музыка Мачете для меня это успокоение, вдохновение, просто что-то душевное, что-то важное. Это про любовь, это душа поет, и это Всевышний Бог, и это просто душа. Душевно, очень. Веди меня, моя душа, в моем сердце больше нет злости. Нет выхода, но можно пройти насквозь. Главное понять, что мы не хозяева, а гость. Веди меня, моя душа, в моем сердце больше нет злости. Здесь нет выхода, но можно пройти насквозь. Сегодня было так холодно. А сейчас очень хорошо, тепло, несмотря на то, что погода не летняя в Питере. Потому что пробрала прям до глубины души, до каждого сантиметра вообще тела, до каждой клеточки. И это всегда его песня, всегда в самое сердце просто. И на самом деле очень ценно было сегодня прикоснуться к этому вживую. Я, в отличие от Эльвиры, первый раз на концерте. Вот. Но мне очень-очень все сегодня понравилось. И, как говорит моя дочка, выхожу из системы, ломаю стены. Я испытываю восторг, восхищение. Концерт настолько затронул сердце. Я и плакала, и смеялась, и просто испытывала какой-то экстаз. И весь концерт был как такое движение души тоже. И началось все с каких-то слез, да, с каких-то таких более глубоких эмоций. И в конце произошло такое освобождение. Я восхищена концертом, я искренне благодарю всю группу Мачете. Я обожаю, благодарю, посылаю свою любовь и благодарность. И увидимся на следующих концертах. И уже сейчас в машине включу опять. Благодарю. Души были спущены в эфир.
любовь.